Има. Да, привет. Доброго утра всем! Время сейчас без 15:11, я еду снимать в автодом BMW. По тачкам поехали, ребят. Съемка в BMW закончена, и я еду на дачу, нужно купить продуктов, да и всякого еще. Так что, давайте увидимся уже на даче. Начитавшись отзывов, ребят, купил вот этот вот радар Супра. Я вообще этой фирме не очень доверяю, но отзывы пишут, что очень хорошо работает. Ну, будем тестировать. Надоели просто эти штрафы за превышение скорости, честно скажу. Поэтому потестируем чуть-чуть. Список гарантийных сервисов, инструкция. А еще одна инструкция. Есть вот такой силиконовый коврик. О, ничего себе. То есть можно на коврик просто положить, и все, он будет лежать на торпеде. И куча разных проводов. Держатель на стекло, естественно. Какая-то штука для USB, я не знаю, для чего она нужна. Может быть, прошивки какие-то менять. И зарядка. Ну, давайте тестировать будем. Установлен радар вот таким вот способом. Значит, вот радар, и вот провод идет. Но это я пока колхозно сделал. Я все-таки, если будет нормально работать, я провод потом спрячу. Просто пока тестируем. Нажимаем кнопку. 15% голосует за Россию. Ой, ничего себе, там смотрите, какой экран. Система готова. Он еще и по-русски разговаривает. Диапазон кей. Спутники найдены. А, он с GPS-ом, друзья, он спутники искал сейчас, нашел спутники и все. О, вообще, слушайте, круть какая. Ну ладно, поехали, потестируем вот этого малыша. Вот сейчас будет первая камера, и вот интересно, как поведет себя радар. Стрелка. Посмотрите, стрелку я проехал, стрелка за мной, и вот она сейчас фигачила прямо в него. И что первое бросается в глаза? Ну, во-первых, он ловит, говорит, что за камера. Вначале громкий сигнал, не раздражающий, а потом становится тише. Это, кстати, очень приятно. Ну, пока я проехал меньше километра с этим радаром, пока все окей. Так что, ребят, попользую, поюзаю, расскажу. Стоит он всего 2000 рублей, я поэтому, собственно, его и купил. То есть в прошлый раз приехал, их много было в магазине, сегодня один я последний забрал. Может, мне просто повезло. 2000 рублей, это какая-то супра, не знаю какая. Так что буду тестировать и потом расскажу свои впечатления. На нем есть GPS, он показывает скорость и показывает время, которое сейчас. Сколько сейчас времени он показывает? Не знаю, зачем этому радару нужно, но тем не менее это есть. Значит, современный. Вот. Вот так вот, и не войти тут в дом-то. Ой, а кто пришел? Кто это пришел? Миша. Мишенька, привет. Вывел своих этих волкодавов. Куда вывел? На прогулку. Сами вышли, у меня ключа даже нет. Куда, собрался ехать будем? Я приехал штук. А тут же машина твоя стояла? Нет. А чья стояла? Вот. На, она стоит. Тещина. Вот, ребят, время 9:30. А я куда-то поехал с дачи. А еду я в поле, либо куда-то на дорогу, потому что интернет просто полное дно. Я скачал два файла по 75 мегабайт довольно-таки быстро. А выгрузить обратно, вот мне надо 150 мегабайт, я не могу, а мне надо ролики отдать. Ну это пипец какой-то вообще. Причем здесь вообще что-то у нас со связью. Телефон перестал ловить вообще практически.
Ну, а интернет я вообще молчу. То есть я приехал, работало все. Как только сел работать, все перестало работать, как обычно. Черная кошка дорогу перебежала. Блин, что делать? Прибежит? Три раза перебежала. Блин, ну а я о таком не договаривался. А мне очень понравилось, мы как-то ехали по Рузе. Дорогу перебежала черная кошка. И впереди идущие машины остановились и съехали на обочину. Типа, чтобы кто-нибудь другой проехал. Скажите, вот вы суеверные, вы верите во всю эту билиберду или нет? Причем на даче, когда сидишь, вот самое интересное, на даче сидишь, LTE ловит, 4G, но скорости никакой вообще нет. То есть это получается, что вышка, которой подключается модем, перегружена вообще полностью. Либо это МТС рубит скорость так. У меня на Яндекс.Диске 129 гигабайт занято. Осталось 10 гигов, все, прикиньте. Дубль 2 загрузка. Я уж съездил назад, переделал ролик, вернулся опять в поле. Значит, на даче попробовал, ну, ради интереса, подумал, вдруг заработал интернет, нажал спид-тест, к сожалению, сбросилась страница. Значит, загрузка была 3 мегабита, выгрузка 0. Вот, Билайн работает, ребят. Это Билайн работает, это 3G всего. Ну, выгрузка, конечно, ну, не шибко быстро, но с другой стороны, смотрите, на Яндекс.Диск вон все грузится. Встать пытаешься? Ой, какая большая уже девочка у нас. Такая большая, красавица какая, да? Да, ну не можешь уже, да, встать хочется тебе. Да? Ух, ой, какая. Не может лежать, ей надо встать. Срочно причем. Будем есть орехи с ягодами и с овсянкой. Ну вот никак тебе уже не лежится. Ну никак не лежится. Да? Ну даже вот в таком положении. Даже в таком положении уже не очень удобно. Да, Юм? Хочется присесть. Ой, как хочется присесть. А спина еще не готова присесть, Юм. Как нам быть? А? Как быть? Все равно присаживаться, да? Нет. Я руку дать. Эть. Напряглась. Напряглась. Не. Пузи. Миша, сладенькая. Ой, какая. Да. Да. Молодец. Молодец. В Рус поедем, скатаемся сейчас. Ой, какая маленькая. Сладенькая. Вот, у нас теперь Андрей в машине живет, Вет.
Андрей что делает? Сейчас. Система готова. Спутники найдены. Это Андрей Вет. Нашел спутники и готов теперь. Ребята, это Руза Хутор. Какой-то новый бизнес-центр. Мы сейчас в него пойдем. Будем бизнес здесь крутить. Ух ты, вообще, слушай. Это я понимаю. Вообще, мы на какой, четвертый нам? Второй. Ой, Эмой, смотри, мы приехали в бизнес-центр Руза Хутор. Смотри, Ема, где там? Ты бы хотела работать на хуторе? Привет. Здесь можно грамотно сказать, ты где, я в хуторе. Ой, мне не нравится. Не нравится? Угу. В очках я не узнала, думаю, что другие мамы есть. Опа, так, нормально без очков? Без очков нормально? Привет. Привет. Ой, застеснялась. Да, все в порядке. В порядке все? Да? Вот, смотри, бандана какая с корабликом. Все страшненькое здесь в магазине, да, им? Эй, там папа, ты стесняешься, камера? Ну все, камерки стесняются. Да? Стесняешься? Да ладно. Остаешься без Рики с Ники. Ники вообще. Ники выпрыгнул, Миша запрыгнул. Смотри. Миш, ты же не любишь ездить на машине. Миш, пойдем. Ты остаешься, Ник. Миша, пойдем. Миша. Миша. Ники все время летает. Самолет. Миш, пойдем. Значит, Рики шипит. Ники, я надеюсь, я это снял. Нарезка. Все. Давай, пока. Все, на связи тогда. Да, счастливо. Все, давайте. Угу. У меня, ребят, входит в правило уже каждую неделю покупать какой-нибудь гаджет. И вот я сейчас еду покупать еще один очередной гаджет. А что это будет, я вам покажу уже на месте, как только смогу забрать эту штуку. Еду за ним в Алтуфьево. Представляете, в другой конец Москвы. Для тех, кто не знает, туда ехать час. Ну а что делать? Просто дешевле реально на 4000 отдают. Ребят, значит, смотрите, что у меня есть. Я купил Zoom H4 Pro. Профессиональный диктофон. Из Америки привезли. Ребята возят их сюда и, в общем, продают чуть дешевле, чем в магазинах. Мне кажется, их бабки делают. Бабуль, здорово. Вет есть кукурузу. Старую кукурузу, а я купил бабкины роллы. Еби называются. Так написано там. Бабушка делала. Бабушка, чтобы он гречку туда добавил. Нет? Без гречки? Без гречки сегодня. Не будешь? Нет. Бабушкины роллы. Просто все эти дни, пока тебя не было, не было таких роллов. Mm-hmm. Чего ж ты ел? Страдал. Потому что тебе приходящие женщины готовили? Угу. Людмила котлеты жарила. Борщи для тебя варили. Ты с ними поговоришь, чтобы они еще порядок наводили, я тогда буду на все глаза закрывать. Если будет чисто у нас своих, приятно? Девчонки, правила ответа, если приходите ко мне, пока нет семьи. Пожалуйста, убирайте здесь все, мойте, еще что, стирайте. Да. Ну, давайте. Что хоть? Пендеры давайте. Наверное. Хоть какой-то толк от меня будет. Ну, да. Оставляйте ссылки в своем описании. Боже мой, подумай, для чего верхние эти штуки. Ну, тебе как кажется, для чего они? Может, кстати, ниже от микрофона? Нет. Да. Микрофоны. Очень крутой диктофон. А что это у нас за хулиганка тут? А, привет, хулиганка. Надоело лежать тебе? Надоело. Да, уже встать хочешь? Ой, как встаем уже. Конечно, скажи, 4 месяца уже не хухры-мухры. Уже взрослая.
Да, сама уже в магазин хочешь пойти, да? Да? Хулиганка, как да, да. Какие мы взрослые уже, да? Надоело лежать тебе здесь, в этом гопачке, да? Скажи, гопак не для меня. Да? Да, да. Кто это у нас уже встает? Эмма? А что ты сегодня делала? Ну что, скажи, еще ничего не делала, только встала, недавно проснулась. Поела, 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 да. Ну что? Хочешь немножко, наверное, походить по квартире? Да, с собаками поиграть. Эмма, привет. Ой, ну все, встаем уже, встаем во силу, да? Да? Такое сладенькое, все в рот тянет уже. А тут что, сонное царство у нас? Рики и Ники. Ну что, ты потеряла друга своего и встаешь уже за ним? Я, честно говоря, вот этот формат только не написал. А вот, вот я тоже второй раз только записывала. Серьезно? И сколько народу смотрело? Там онлайн есть же? 20 человек. Это в режиме онлайн. Так, ребят, еще одно интервью отсняли. Кстати, все интервью, которые я снимаю, можно посмотреть по ссылке в описании. Плюс я еще добавил все каналы, для которых я снимаю что-либо, когда-либо снимал, я добавил их в друзья канала. Поэтому, кому интересно, вы там частенько спрашиваете, где можно посмотреть рецепты и вообще, что я снимаю. Ссылки на каналы есть у меня в описании. Хотя есть еще один рабочий канал, я его туда не добавлял, потому что он просто рабочий, и на нем есть 52 подписчика. Так что, ребят, смотрите, кому интересно, подписывайтесь на те каналы, комментируйте. Комментарии — это очень важно. В общем, погнали дальше смотреть влог. Не отвлекаю вас, ребят, не отвлекаю. Смотрите дальше. Ну, вообще класс. Посмотрите. Ты пришел, да, смотри, собака Рики пришел. Собака Рики пришел. Вот так мы теперь гуляем. Как? Так. Только на руках гуляем. Да, им какая-то хулиганка. Хулиганка, да. Папочка, любимый, ты что? Иди к папочке. Да не, у меня воспитательная работа идет с Рики. Праздник, день рождения, мы поздравляем вас. Как жаль, что день рождения у вас, а не у нас. Раз, два, три, четыре, с праздником рождения, мы поздравляем вас. Как жаль, что день рождения у вас, а не у нас. С праздником рождения, мы поздравляем вас. У тебя день рождения? Эм, ой, дедуля тебя перевел 5000 рублей. Дедуля 5000 перевел? Дедуля каждый месяц переводит нам на подарок. Ого. Да, Эм. Пойдем пропьем их. От дедули. Это как мать отправляет сына в институт, да? Вот тебе деньги, обязательно купи чернику форта для зрения и пропей. Ага, обещаешь, что пропьешь? Обещаю. Отец странно улыбнулся. Обещаешь, что пропьешь. Где? Рики. А ему такая, молодец. Засыпает. Но не сама по себе. Да, ему? Надо сначала все нервы как следует вытрепать, чтобы все-все вокруг устали. Все-все заплакали вместе с Эммой. Да, и вот тогда можно сладко засыпать, когда все плачут. Все, я свою работу выполнила. Позвольте откланяться. Рики уже до хрипоты воет. Рики. Ау! Ты когда-нибудь, Эммочка, не плачет. Эммочка у нас не спит. Только плачет, пока не вырубится. На даче спит, в Москве не спит. А я, кстати, в Москве тоже не сплю. Видишь, ты она еще плачет ищ... еще. Она все это время на даче ни разу не плакала, кстати. Ну, вот один раз, ну кстати, Вет, кстати, я тебе скажу, что я в Москве был без вас, я на ночь тоже плакал все время. Я не мог уснуть и плакал, ходил. Потому что он про нас не вспомнил ни разу. Я про вас, ты постоянно с фотокарточкой в потной руке засыпал. Странно подумать, что она помнит.
Просто вспотевшая рука, жарко же. Кондёр боялся включать. А мы с некоторыми подписчиками пришли к такому варианту, а что-то происходит. Давай посмотрим, тихо. Там черная кошка на дорогу перебежала. С некоторыми подписчиками пришли к такому мнению, что диктофон, который я купил, нужно тебе на шею вешать. Смотри, пожалуйста, зачем мне диктофон? Еще смотрите, чем хватает? Тебе вообще не разговаривает. Зад коснулся жены. Ой, Александр, я хотела посмотреть. Да, у меня пара вопросов. Наш педиатр. Вы нам сказали, что нам до 5 не надо прикорм водить, но это с учетом, что она... Уснула. Не получится ее положить? Проснется сразу? Только на ручках спит. С мамой ну, как хорошо. День, что она просто... Как с мамой хорошо. На даче она даже сама засыпает, а здесь вообще ни в какую. Знаешь, почему нет, плохо меня слышно? Жена второй раз отправляет к телочкам. Мы все привыкли орать и глуховатые. Мы все привыкли орать, и мы глуховаты. Поэтому ветер плохо слышит. Так что, ребят, все глуховатые. Извините, пожалуйста, не знаете, есть волейбольные поля? А, да, это вот эта дорожка прямо. Поля. Выпольные поля. Рики. На траву он ел. Видите, какие мы добрые? Мы подсказали девочке, где в парке находятся волейбольные поля. Да. И я вообще удивлен, что мне Вет сейчас не сказал, что а вот мой муж может вас проводить. Благотворительный фонд имени Никиты, который подсказывает, как пройти к полям. Пройти, в чем красном? Привольные кукурузные поля. Это будет очень длинный день. Ты рада, что у тебя день рождения? С днем рождения тебя, Эмма! С днем рождения! Спасибо! День рожденный завтрак! Нет ничего лучше концентрированного сока. Доброе утро!